Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо, друзі. Ела Філоненко, Юлія Сафронова. Запрошуємо вас до телерадіопроєкту «Між нами». Долучайтесь до нас на сайті ZP Суспільне Медіа, ну а також у Фейсбуці під анонсом програми сьогоднішньої можете залишати свої коментарі або побажання чи питання. Археологи Національного заповідника Хортиця вперше за 30 років останніх натрапили на залишки ймовірного козацького замівника. Про що, власне, свідчить ця знахідка і яка її історична цінність? Та, власне, чи козацький замівник це знайшли, чи, можливо, це інший об'єкт? Про це ми будемо говорити протягом наступних 25 хвилин із нашим гостем. І з задоволенням його хочу представити. Це завідувач відділу охорони пам'яток Національного заповідника Хортиця Дмитро Кабалія. Вітаємо вас в нашій студії. Отже, насамперед, розкажіть, власне, що собою представляють козацькі замівники і коли вони почали з'являтися на Хортиці? Казацький зимовник – это на самом деле очень интересное явление, которое почему-то очень обойдено вниманием, несмотря на то, что тема казачества достаточно популярна и даже местами перегрета, но именно тема зимовников, запорожских зимовников, она изучена относительно плохо. То есть данные о них есть, естественно, упоминания в литературе, но именно вот целевым образом зимовники исследовались достаточно плохо. Есть авторы, которые занимаются, вот, например, Александр Олейник, это запорожский историк, который занимается этой темой. Но, в принципе, тема достаточно перспективная и интересная. В археологическом плане, я могу сказать, вообще она почти не изучена. То есть зимовниками фактически мало кто и занимался. Почему важно? Зимовник – это небольшой хутор. Он прошел свою эволюцию, поэтому нельзя сказать, что зимовник – это нечто такое вот классическое, которое имеет четкий набор признаков. Потому что зимовники возникают уже в 15 веке, а может быть даже и раньше. И по сути своей зимовник – это было то хозяйство степного жителя, которое впоследствии трансформировалось в хозяйство запорожских казаков. То есть это я говорю к тому, что сам по себе феномен зимовника таков, что вполне вероятно, что он существовал буквально на заре возникновения казачества. Это небольшой поселок, небольшой хутор, где жил казак либо один, либо с семьей, либо несколько казаков. И учитывая само понятие зимовника, то здесь можно говорить о том, что в самом начале своего возникновения он, судя по всему, был не постоянным, а временным. Это как вот, скажем так, сезонный характер имело вот это вот хозяйство. То есть это могла быть охота, это могли быть какие-то промыслы, потом это все потихоньку трансформируется в скотоводство, в коневодство, и только уже в 18 веке, наверное, потихоньку переходит к земледелию. То есть зимовник становится уже таким полновесным хутором. Чи зимовники залишали и переходили на іншу територію, чи як? Да, дело чи в том, что первые зимовники, певні? Судя по всему, население, которое постепенно двигалась на юг с севера, запада и с севера, то есть население христианское, население Украины, оно, двигаясь на юг, оно основывало вот такие вот небольшие, ну вот, как в нашем понимании, дачи. На сезонный промысел потом они отходили назад, то есть уходили скажем так, все более северные районы, более стабильные районы, там, где были и села, и, в общем-то, и города. Но впоследствии, со временем, это все трансформируется в зимовник, который начинает существовать постоянно. То есть, особенно это связано с беглым населением, то есть население, которое по тем или иным причинам старалось, искало свободной, вольной жизни и уходило сюда на юг, и оно не видело такого явного сопротивления со стороны татарского населения. И во многом они тут и оставались. И поэтому со временем количество зимовников, оно постоянно растет. И в том числе они появляются и на острове Хортиц. А, власне, чому не було зацікавленості раніше у істориків, не виникало такої зацікавленості до козацьких зимівників? Ну і до зимівників взагалі. Вони що, не такі важливі? Чи які причини? Дело в том, что ну, причина заключается... Вообще есть несколько, есть целая такая, скажем так, хронология изучения зимовников.
Но вот за последние, скажем, 100 лет, ну, надо учитывать, что до, скажем, появления независимого государства Украина, вообще тема казачества была не очень популярна, это подвязывалось к национализму, ну, и вот к таким всевозможным вещам, которые, естественно, были невыгодны империи, и сейчас они невыгодны Российской империи, и тогда они были невыгодны, поэтому эта тема, она как бы не изучалась в полной степени. То есть это было достаточно, иногда даже рискованно заниматься темой казачества. В наше время тема зимовников, она, ну, на мой взгляд, недостаточно хорошо изучена, потому что у нас сейчас идет, ну, опять-таки, по понятным причинам, такой большой крен в политическую историю. То есть история казачества рассматривается через политическое развитие государства, современного государства, взаимоотношения с... скажем, соседями, которые были далеко не идеальными. А зимовник – это вот та экономическая основа, которая возникала, во многом возникла задолго до этого, и поэтому как бы эта тема она вот оставалась достаточно долго обойдена. Особенно вот, ну, мне как археологу, я могу сказать, что в археологическом плане она действительно очень мало изучена. Именно материальная культура вот, казачества, запорожского казачества, как явление. Але, власне, є думки, що це, ну і ви так само сумніваєтеся в тому, що це і є зимівник. Зокрема, казали, що це вигрібна яма, писали у Фейсбуці, що це взагалі не зимівник. Чому так? Ну, тому що у нас такі люди, вони люблять говорити чепуху, вот, поэтому в Фейсбуці говорять всякі глупості. Я, ну, как понимаете, я занимаюсь археологией. Археология наука достаточно злая, то есть она достаточно точная, и она не вот как, допустим, криминалисты или следователи говорят там, найден предмет из желтого металла. Никто не говорит золото, потому что возможны варианты. Так как бы археологи, ну, во всяком случае, я стараюсь быть очень осторожным в формулировках. Я очень надеюсь, что это действительно зимовник. Дело в том, что, ну, действительно, объект, который был найден в этом году, он очень маленький. То есть это не, даже не жилое помещение, это просто хозяйственная построечка, которая использовалась с какими-то хозяйственными целями. То есть они там не жили даже. Но мы нашли достаточно большой памятник, который состоит, как и зимовник, он никогда не состоял из одной постройки, либо землянки, как назывались они, бурдюгами. Вот, это был как хуторок, то есть там были несколько построек, могли быть и, скажем так, или землянки, или полуземлянки, или мазанки для скота, для жильцов, для хранения каких-то вещей, сетей. Зимовники очень часто занимались именно рыбной ловлей. То есть для казачества рыбная ловля – это было одним из главных промыслов на самом деле. И поэтому, как правило, когда мы говорим зимовник, то понятно, что он не может иметь размеры там 2 на 3 метра. Ну, то есть это просто одна из маленьких построечек, которую удалось исследовать в этом году, причем мы не сразу его нашли. Вот. И потом, впоследствии, уже к концу сезона, это уже к концу ноября, когда уже было достаточно холодно, мы все-таки поняли, как он располагался. Мы даже его увидели в натуральном виде, как бы вот на поверхности земли. Вот. И тогда уже нашли несколько построек шурфами, но мы их копать не успели, мы уже будем их, наверное, исследовать в следующем году. Я думаю, а какие все-таки факты указывают на то, что это, власне, зимівник? На это указывает несколько моментов. Во-первых, по всем балкам Хортицы, именно внизу по балкам, были зимовники. Особенно, если мы говорим о восточной стороне Хортицы, то есть на картах они есть. Причем даже известно, кто в них жил. Кроме того, мы знаем, что балки, большинство балок Хортицы, ну, не менее половины, больше половины, называются тоже по именам казаков, которые жили в этих, в общем-то, балках. Там Костина балка, да, там Громушина балка, Горбузова балка, ну и так далее. Так вот, Савутина балка – это тоже балка, которая была названа по легендам, которые собирал тщательно запорожский краевед Яков Новицкий. Она принадлежала казаку Савуте, и который жил в этой балке, который был запорожским стадником, то есть он занимался выпасанием коней и жил в балке Савуть. Балка Савутина, она очень маленькая, то есть она небольшого размера, и
Как правило, зимовники располагались на склоне балки. И впервые о зимовнике в балке Савутиной речь зашла в 1993 году, то есть это 27 лет назад. Нелла Казачок, очень опытный археолог запорожский, она заложила там небольшой шурфик, и в шурфе они наткнулись на несколько находок, которые явно говорили о том, что это 18 век. То есть там буквально была пуля свинцовая, мушкетная, кусок каблука, какие-то фрагменты керамики, обкладка, свинцовая обкладка мушкетного кремня, то есть явный материал 18 века. Из чего она заключила, что вполне вероятно, это именно тот самый зимовник, о котором как бы есть данные вот из легенд, из тех воспоминаний старожилов и меннонитов, которые жили здесь с конца 18 века. И как бы вот мы пытались его найти в этом году, этот зимовник, причем мы его даже долго не могли найти, и я даже привозил самого, то есть Неллу Леонидовну, мы с ней ходили, и она все-таки не смогла точно показать, где это было, примерно, потому что прошло много лет, шурфа уже не видно, вот, и тем не менее, вот чуть выше по склону, нам удалось обнаружить, возможно, мы обнаружили другое какое-то, скажем, другие помещения, не те, что были обнаружены ей, вот, а может быть, это и они же. Вот. Но тем не менее, почему это может быть зимовник? Потому что, помимо того, что я сказал, конечно, можно сказать, что есть такая вероятность, она небольшая, но она есть, что это может быть полевой лагерь времен Российско-Турецкой войны. В 37-м, 38-м, 39-м годах также по берегам Хортицы находились полевые военные лагеря Миниховской армии, кстати, в составе которой были запорожские казаки. Вот. И есть вероятность, что это может быть и полевой лагерь, но дело в том, что полевые лагеря обычно находились, есть карты, где они находились. И вот на картах, которые мне известны, полевого лагеря в самой балке не было. Вот. И она достаточно небольшая по размерам, то есть там как бы лагерь так и не сильно и поместишь. Поэтому я все-таки склоняюсь к тому, что это действительно именно запорожский зимовник, и мы будем его исследовать в следующем году. Я думаю, какие-то доказательства этого мы сможем получить. Тобто, пане Дмитре, наскільки я зрозуміла, в різних шарах ґрунту можуть бути різні епохи навіть на Хортиці. Як ви будете це доводити, що це або та епоха, або та? Вот если мы говорим про 18 век, то действительно тут существует большая сложность. Она заключается в том, что полевые лагеря армейские и зимовники – это одно время, которые существовали в одно время. То есть, соответственно, и находки там будут совершенно одинаковые, ну, практически одинаковые. Вот. И то есть вот так вот сразу, насколько определить, вот это именно казаки или не казаки – вот именно в балке Савутиной будет сложно, но я думаю, что по каким-то признакам, которые мы сможем получить, по тем находкам, которые сможем получить, по там, скажем, по керамике, по предметам, возможно, я смогу определить. Но дело в том, что зимовники, они все-таки имеют яркую хозяйственную направленность. То есть это, скажем, если мы изучаем несколько построек, если мы можем определить, что эти постройки использовались, например, там конкретно для рыбной ловли или там, для каких-то хозяйственных нужд, то совершенно очевидно, что в полевом лагере там вряд ли будут строить... Там будет больше зброи? Да, або... вряд ли будут строить там какие-то сараи для рыболовов, например. Ну, вряд ли. То есть, как бы, я надеюсь, что в этом следующем Скільки году... Скільки часу, зазвичай, витрачається на те, щоб довести, що об'єкт належить до того або іншого історичного прошарку і має певне значення? Сколько времени? Всегда по-разному. Ну, скажем, вот вообще исследование штука достаточно небыстрая. Вот как бы я ни пытался копать по своему опыту, могу сказать, что одно помещение, даже если оно небольшое, там 3 на 3 метра или там 4 на 5 метров, это минимум месяц работы. Минимум. Это одно помещение. А в балке мы обнаружили по меньшей мере 12 помещений. То есть они сейчас видны в виде небольших таких маленьких западинок. Ну, буквально глубиной сантиметров 10, то есть это надо буквально там лазить на коленях, вот так вот присматриваться, и их, в принципе, видно. Потом мы шурфами, вот мы успели заложить, к сожалению, это уже был конец сезона, уже снег срывался, то есть копать было совершенно неинтересно.
Вот. Но в каждом из шурфов, которые мы заложили в этих западинах, мы наткнулись на помещение. То есть мы видели, что дальше идет, явно идет какая-то землянка или полуземлянка. А это будет уже на наступный рік? Но это уже будет на следующий год. Потому что то помещение, которое мы раскопали, маленькое, оно интересно тем, что оно имеет, несмотря на свои размеры, там буквально там 2,5 на 1,5 метра, то есть это даже может быть не помещение, а просто как навес небольшой. Тем не менее, там было сразу две печки, достаточно большие, вырытые в склоне балки печи. Тобто там могли щось виготовляти навіть? Да, могли варить селитру, могли выжигать древесный уголь. И это явно хозяйственное помещение. В лагерях полевых того времени я никогда такого не находил. А вот казачок, наверное, недавно в 87-88 годах прошлого века в балке Костиной, там, где раскапывался зимовник, и там, где никаких лагерей точно не было, там действительно была вот постройка точно такая же. И тоже с двумя печами, со сводами, с глинобитными красивыми печами, причем там даже они не упали, то есть они не обвалились, потому что помещение было довольно глубоким, и они сохранились. Я еще тогда, помню, заканчивал школу, и я как бы вот исследовал, тоже участвовал в экспедиции, и вот эти печки исследовали. Вот здесь, в принципе, помещение тоже примерно такое же. То есть маленькое помещение, но сразу две печи явно хозяйственного назначения. Не для того, чтобы, скажем, обогревать вот этот вот маленький пятачок. А чи можна назвати цю знахідку унікальною? І чим вона буде, скажімо так, цікава для археолога? І чим вона зацікавить пересічного громадянина? Она интересна тем, что на Хортице, несмотря, ну, для Хортице это уникально, ну, в каком-то смысле уникально, конечно, тем, что, несмотря на обилие зимовников, которые были на острове, а их было не менее 17, то есть, может, даже и больше, может, до 20 зимовников, хотя вот тут еще момент в том, что они почти все были в 18 веке, то есть, пока мы не нашли данных о зимовниках 17-16 веков, хотя есть письменные источники, которые косвенно указывают на то, что на Хортице были жилища казаков и в более раннее время. Но мы пока их не нашли. 18 век, да, в 18 веке зимовники были, их было много. Они были до 80-х годов 18 века, вплоть до появления Александровской крепости. И надо сказать, что вот несмотря на их количество, большое количество, они исследовались буквально эпизодически. Первые исследования были связаны с вот, 87-91 год, это исследовался казацкий зимовник в балке Костиной, это район острова Растёбино. Он хорошо исследовался, качественно, несколько лет, вот как положено. Потом было несколько буквально разведок в 90-е годы, которые вроде бы выявили еще два памятника, но они не исследовались. То есть как бы и вот в этом году мы буквально продолжили эту тему, поскольку все-таки заповедник, его профиль – это изучение именно запорожской истории, казацкой истории. Мы решили тему эту продолжить. Ну и я надеюсь, что мы действительно таки наткнулись на еще один зимовник, который мы и будем исследовать далее. То есть как бы несмотря на обилие зимовников, которые были, они совершенно не обследованы, кроме вот одного. А это во многом может рассказать нам о тех первых жителях города Александровска, Запорожья, которые тут уже были до города, которые тут жили, и мы во многом сможем сказать. Тобто це змінить історію? Ну, я думаю, да. Дело в том, что для меня это как бы важно, ну вот, и не только для меня, вообще, для, мне кажется, для запорожцев. Это важно потому, что сейчас вот, например, очень популярна тема, опять-таки, очень такая перегретая тема, когда у нас возник город, то есть ему там 200 лет с чем-то, или там 300 лет, или ему может... Навіть там... між працівниками Хортиці немає да, єдиної думки. Или ему там может быть там 600 тысяч лет, ну и можно дальше выдумывать до бесконечности. Тема эта во многом спекулятивна, потому что я считаю, и зимовники как раз они вот тут ложатся очень логично в эту тему. Почему? Потому что мы как бы пытаемся... Хочем мы того или не хотим мы того, мы подвязываемся к этой имперской парадигме. Мы хотим сказать, не, крепость Александровская, не, город возник раньше. И как бы мы в любом случае как бы подвязываемся к теме города. То есть мы вот считаем, что ну как же, город не возник во время империи, он возник раньше, потому что мы же вот такие вот патриоты. Но это неправильно, потому что мы как бы вот... поддерживаем сам вот этот дискурс, который спекулятивен. Тут незачем как бы удревнять город. Тут надо говорить о том, что
город, как политическое и военное явление возник там в 770 году. Но это не отменяет того факта, что тысячи казаков здесь жили до города. И на территории той же крепости было несколько зимовников. И на территории Хортицы были десятки зимовников. И по каждой речке были десятки, сотни зимовников. То есть это было огромное население, тысячи людей, которые здесь жили сотни лет до города. И тут нет никакой проблемы, его не надо удревнять. Крепость возникла в 70-е тобто годы. Тобто город, місто може стати просто нащадком? Да, конечно же. И, в общем-то, и как показывает исследование, в том числе запорожских историков, вот известный запорожский доктор наук Мильчев, он показывает, что часть населения города, существенная часть, это были запорожцы, которые жили на территории города, которые жили тут и до этого, и во время возникновения Фаркштата и так далее. То есть тут нет вот этой вот проблемы, которую нам пытаются навязать. Был ли город до крепости или после, это совершенно не важно. Ну, то есть... А навколо Запоріжжя скільки було таких зимівників, можна сказати, от якусь приблизну хоча б цифру, яка їхня подальша доля, чи збереглися вони, чи варто їх шукати, чи вони були знищені вщент? На території города, от на території сучасного города зимовників було, ну так от по моїм підсчетам, не менее 100. Это только вот на территории города, а может быть даже и больше. То есть их довольно много было. То есть фактически по каждой речке, особенно если мы берем течение Днепра от Хортицы и туда в сторону Беленького, там зимовники были просто сплошной полосой. То есть это были сплошные поселки. То есть, а зимовник это же опять-таки это не только там несколько домиков, это большой участок. С выпад для выпаса скота, фермер, участок, да, то есть это фактически ну, большое хозяйство целое. А зимовники, самые большие зимовники насчитывали сотни людей. То есть это были фактически уже капиталистические хозяйства, которые были на территории Запорожья. Ну, даже не микро, собственно, большинство сел запорожских, вот если мы посмотрим села, которые возникли с 18 века, они все возникают на месте зимовников. Угу. Те зимовники, которые принадлежали старшине, зимовники, которые давали большую прибыль, фактически они разрастались до размеров сел. І вони фактично стали селами. Але зараз, в принципі, шукати їх практично неможливо, тому що вони під будівлями, наскільки ми очень розуміємо. Многие находятся, к сожалению, действительно в заселенной именно, вот, скажем, сельской местности, под зданиями, на території городов, но это не значит, что их не надо искать. Я уверен, что их надо искать, особенно вот балки, речки, если целенаправленно этим заниматься, то совершенно их можно искать и нужно искать, потому что это расскажет нам о хозяйстве запорожцев и его становлении. Потому что мы можем зрозуміти так власну историю и, в принципе, звідки ми і хто. Важный момент, я вот об этом еще не сказал, что заключается в том, что мы ассоциируем как? Казачество – это что такое? Это сечь, там, церковь, площадь, и казаки там стоят и орут друг на друга. На самом деле, это все равно, как представить себе историю Украины через историю Киева. Это столица, это один город. А территория страны – это как бы нечто большее. И зимовники, они возникли задолго до появления сечей и существовали после уничтожения последней сечи. То есть это та экономическая основа, которая могла возникнуть еще в Средневековье и которая просуществовала, эволюционировала сотни лет и существовала вплоть до 19 века. Пане Дмитро, у нас залишається зовсім мало часу. Так чи ні? Чи може об'єкт стати цікавим туристичним об'єктом? Так чи ні? Да, може стати, якщо зробити, скажімо, музеїфікацію і зробити його в такий музеїфіцірований туристичний об'єкт. І ще питання теж коротенько. Коментарів щодо знахідки в Фейсбуці ми вже зазначали, що було багато. Зокрема, говорили про те, що знахідка зроблена значно раніше, як, власне, і скіфське поховання. Але притримали відкриття офіційне до ближче до Нового року, аби отримати фінансування на наступний рік. Чи пов'язані ці речі? Що скажете? Да нет, в общем-то, мы не ставили такой цели к чему-то придерживать. Дело в том, что мы очень долго не могли его найти, и вообще сезон достаточно тяжелый получился, то есть мы очень много исследовали и очень мало нашли в плане находок. Но, слава богу, в самом конце сезона, уже буквально снег уже срывался, мы наконец-то нашли какой-то объект и
Нам, можна сказати, повезло. Друзі, тож ще триватимуть розкопки, ще триватимуть дослідження. Долучайтеся, якщо хочете, ну і вивчайте історію разом із Національним заповідником Хортиця. З вами були Юлія Сафронова, Елла Філоненко і наш гість, завідувач відділу охорони пам'яток Національного заповідника Хортиця Дмитро Кабалія. Говорили ми про ймовірний козацький зимівник, що знайшли на Хортиці. На все добре та до побачення. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».